После завершения работ по укладке нового асфальта на отремонтированных улицах Твери наносится новая дорожная разметка. На отдельных объектах частично меняются схемы движения транспорта. Речь идет о минимизации левых поворотов на второстепенной улице. Постоянное пересечение сразу нескольких полос для левого поворота противоречит требованиям безопасности дорожного движения. В частности, речь идет о проспекте Победы, улицах Горького, Благоева и Туполева. По отдельным участкам уже поступают обращения граждан. Все они анализируются. По итогам мониторинга дорожной обстановки, которые ведутся специалистами Департамента благоустройства дорожного хозяйства и транспорта, возможна корректировка схем движения. Сейчас повороты на левые развороты на этих улицах возможны в основном только на перекрестках с светофорным регулированием. Сделано это в первую очередь для увеличения пропускной способности на магистральных улицах, а также опыт прошлых лет и опыт других городов показывает, что уменьшение количества левых поворотов на основных магистралях приводит к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий. Уменьшение количества левых поворотов на проспекте Ленина, проспекте Калинина и проспекте Чайковского привело к тому, что количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в среднем на 40%.